Каникулы в самом разгаре. Для того, чтобы лето прошло для ребенка с пользой и запомнилось яркими впечатлениями, стоит задуматься о приобретении путевки в детский оздоровительный лагерь, тем более, что государство возместит часть расходов. Что нужно для получения компенсации, нам рассказали в Управлении по вопросам семьи и детства. В прошлом году правом на получение компенсации за приобретенную путевку воспользовалось 77 семей. В этом году можно также собрать необходимые документы, обратиться в Управление по вопросам семьи и детства и вернуть часть средств за отдых ребенка. Законодательством Краснодарского края предусмотрено получение компенсации родителями, самостоятельно, которые приобретают путевки в оздоровительные лагеря для своих детей. И они имеют право обратиться к нам за получением компенсации. На компенсацию имеют право родители, дети которых в возрасте от 4 до 17 лет отдыхали, являются гражданами Российской Федерации и, соответственно, проживают в Краснодарском крае. Выплата предоставляется одному из родителей или законному представителю. Путевку можно получить и совершенно бесплатно, но только для оздоровления в бальной лечебнице Приазовье. Чтобы получить бесплатную путевку для своего ребенка в возрасте от 4 до 17 лет, необходимо сделать всего 3 шага. Написать заявление в МФЦ на получение путевки, предоставить необходимый пакет документов. Далее дождаться звонка от специалиста Управления по вопросам семьи и детства, когда уже будут получены путевки. Ну и третий шаг, соответственно, получить эти путевки. Поэтому по всем вопросам оздоровления детей просим обращаться в наше Управление по вопросам семьи и детства по адресу Одельская, 256А, либо по телефону 4-34-13. Прием заявлений на получение путевок уже начался. Если вы стоите в очереди с прошлого года, вам путевку выдадут в числе первых. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».